Пилотажная группа выше всяких похвал. Хотя Т-50, демонстрация, первый раз. В восторге. Команда ведущего перестроения начали, и вот на ваших глазах идет перестроение вертолетов в ромб. А пока напомню, что вертолет предназначен для уничтожения круглосуточно в простых и сложных видеоусловиях танков, бронированной и небронированной техники. Живой силы на... Внимание, уникальная фигура выполняется... И новая модификация Ил-76 сухой Суперджет 100. Покупатели проявляют интерес, и, в общем-то, система вызывает и на заказчиков, будем так говорить, желание иметь ее у себя на вооружении. Lanza y déjalo ahí y arranca. Y arranca, salgan corriendo. Claro.